для вас. Я ангажировал этот огромный суперсовременный кинотеатр. Хотя нет, этот уютный, домашний, такой нежный кинотеатр. Хотя в ресторане, куда мы шли, там уже все подготовлено к показу кино для мадемуазель. Но я забыл взять в расчет стихийные бедствия. Дождь, лужи, женские эмоции. И поэтому специально для вас свет, камера, мотор. Поехали. Добрый день. Здравствуйте. Что так не весело? Не хотим учиться, хотим жениться. Не, жениться точно не хотим. Мой хороший знакомый, кто-нибудь за тебя зачетку подносит, я договорюсь.